состоянии и планируете ли поехать в Магнитогорск на серию? Да, это поеду в Магнитогорск вместе с командой. Пока еще не полностью восстановился после травмы. Но надеюсь, что это все еще впереди. И намного сейчас лучше уже чувствую себя. И с командой катался сегодня, тренировался. Поэтому состояние намного лучше. Как эмоциональное состояние команды? Нет усталости после 14 игр так, за 2 недели? Я бы не сказал, что это какая-то усталость. И усталость у ребят. И с каждым раундом приходишь, наоборот, прибавляются эмоции. Поэтому даже если есть усталость, после прохода дальше эти усталости забываются, и это только вперед. Всего пару дней между играми у вас успеваете магнит вообще разобрать? Успели разобрать? Или еще в процессе это все? Это все в процессе еще. Сейчас еще будет собрание. Там уже наметки есть у тренеров, которые... Я думаю, что уже все разобрали, тренера все знают, что делать, и я думаю, что это все еще впереди. Как вы считаете, длительная пауза могла негативно сказаться на «Металлурге»? Есть такое мнение, что могут типа из тонуса выйти и так далее? Я не думаю, что они выйдут из тонуса, они также продолжают тренироваться и готовиться. И ждали, кто будет соперник. В чем сила «Магнитогорска»? У них есть мастеровитые ребята, которые играют хорошо. И в атакующий хоккей. Ну, в этом все. Сергей, расскажите, как проходят тренировки? Вообще, первая тренировка после Омска, в каком вы состоянии? Дали отдохнуть еще раз, собрались. Сегодня вышли на льду, покатались немножко, встряхнулись. Едем, готовимся. Физически себя чувствуете? Как? Пока силы есть, все нормально. А какая серия тяжелее была? Акбарс или Авангард? Легких серий не бывает, которые до 7 побед играешь. А кто сложнее? Со всеми тяжело было. С Акбарсом бились хоть кость. А с Омском, может быть, там несколько игр таких каких-то непонятных было. Там, можно сказать, легко проиграли какие-то игры. И все равно тяжело было. На ваш взгляд, сильные и слабые стороны «Металлурга»? Слабые стороны, я не знаю, у них... Про сильные обычно говорят, слабые, что говорить. Давайте. Хорошая атака, вратарь хороший, балансированная команда. Защитники атакующие. Ну, а показалось... с каким настроем едете в Магнитогорск? С каким, конечно, выигрывать. Показалось со стороны, что Акбарс играл более силовой хоккей, нежели Авангард. Вы так скажете? Да, наверное, так и было. Сложнее от этого было? Я уже говорил, нет, не сложнее. И с Авангардом тоже сложно было. Хорошо катались, раскатывались. Тяжелая серия была. 3 года играете за «Салават» и 3 года подряд серия с «Магнитковкой». Ваше мнение об этом сопернике стало ли он особенным? Казань first round was the biggest rivalry, and now Magnitogorsk is the very much the same thing. I feel, and it's gonna be really nice. Fans gonna go crazy, and nice atmosphere in the both arenas. Ну, у нас очень всегда серьезное противостояние с Магнитогорском, и на этот раз все будет так же. И я думаю, что будут полные арены, и будет сумасшедшая поддержка, и серия получится яркой. Магнитогорск отдыхал почти неделю, а мы, в принципе, можно сказать, без передышки. Как это, не отразится ли это как-то на игре, и сыграет ли нам на руку или наоборот? It's hard to say. It was the same thing for us against the Omsk. They have the same thing, and then we win the first game, and we play really good from the start. So it's easy to us to go in and play now because we've been playing all the time. But of course, Magni has the advantage from the resting side. They have more energy for sure. Ну, конечно, у них есть преимущество в том, что они сейчас получили возможность отдохнуть, но у нас была такая же серия с «Авангардом», когда мы играли, «Авангард» отдыхал, но, тем не менее, мы хорошо провели первый матч, и стартовые матчи у нас были хорошими, так что здесь ситуация такая же, поэтому здесь нет... Сложно сказать, есть ли у них преимущество в этой связи. Кто-то по ходу сезона отращивал бороду, кто-то, наоборот, брил голову. Скажите, вот как вы относитесь к подобным суевериям и насколько они, вы считаете, помогают по ходу сезона вам лично и команде? Of course, in playoffs every time you grow the beard and it's just kind of the thing, but the cutting hair is more like a team thing and the team feels more... more like together, like
I shaved my hair in Kazan series, and Maka shaved now before the seventh game, and we win. So if we go to 7K against Magni, we expecting someone else coming to cut his hair. So we'll see. Ну, да, отращивание бороды – это такая традиция стандартная. Но что касается бритья, то ну, тут была такая история, что я побрился перед седьмым матчем в серии с Казанью. Дмитрий Макаров побрился перед седьмым матчем в серии с «Авангардом». Если дойдет до седьмого матча и с Магнитогорском, ну, возможно, кого-то еще придется найти, чтобы человек тоже побрился.